Договаривались на кисть. Ага. Потому что нам нужна определенная мера вещества. Ту меру вещества, которую ты сейчас кладешь, она избыточна. Да. А вот это вот натирание, оно как раз даст нужную меру. Начинал. То есть это как бы вообще подразумевает красноту, да? А этот уже ничего не подразумевает. Это уже. Поэтому все-таки в пользу розового синим. Возьмем, ну, желательно, наверное, чистые белила зачерпнуть. Создать условия для желтого. Сначала желтый придет с розовиночкой. То есть оранжеватые проявления желтого. Сначала так. Может быть, все-таки мелким мастихином будет выгоднее. И раздавливаем до вот такого сиятельного состояния. Раздавленные светлые пятна, они выглядят сиятельно. Вот так выглядят. По возможности создаем ритмики вот этих. Смотрим, куда толкнуть краску. Ритмики. Создаем вот такие ритмички. Смотрим, куда толкнуть. К низу в большей степени желтый, в меньшей степени розовый. И тоже раздавливаем. И, наконец, кульминация вот этот с белилами. Желтый, откровенно с белилами. Небо останется, темная часть останется, все поперемешается и будет очень вкусно. Кроме этого, еще придет холст, укладочка такого характера. То есть снова вернемся к сиреневизне и чуть-чуть попачкаем границы. Вот так попачкаем. Еще обогатиться. Ситуевина. Хорошо? Давай так. Так. Более широким захватом набросится на это пятно. От синего здесь вообще избавиться. Если вдруг что-то такое красивое произошло, бережем. Потому что всякий там разинет рот, когда увидит, как мы технично обходимся. Везде вообще, где можно проявить жестикуляцию, эффектную укладку, обязательно пользуемся случаем, потому что коллеги по цеху этого боятся больше всего. Ну, какой-нибудь вырисовыватель их как конкурент мало интересует. Все, в принципе, умеют вырисовывать. А вот человек, который умеет двумя движениями решить задачу, он у них вызывает священный трепет. И пусть вызываем.
То есть везде, где получился красивый жест, даже в ущерб рисунку, ну, в смысле, уточнением, оставляем красивый жест. Прикольно? Вот эти темные облаченники придут в картину вот таким образом. Вот таким образом придут. Красненький, с желтеньким, с коричневеньким. Есть там такой вот какой-то характер, да? Облачочечков этих. По-сухому можно их было бы доиграть потом чуть-чуть. Сейчас. Причем характер укладки вот такой немножко, смотри, ты видела, да? Есть ритм укладки, как будто шторка. Темнотики, возьмешь кисть и деликатненько подыграешь абсолютно лежачий к холсту. Вот так. И фиолетовизну, то есть с синевой и с коричневизной. В дороге будут тоже появляться симпатичные проявления. Береги их. Но обязательно лежачая кисть. Давай. Конечно, сейчас вот перечумазить это очень легко. Будь деликатным. Угу. Если не попрет, чувствуешь, не прет. Угу. Переходи сюда и продолжай уже здесь. Коричневый голубой даст тебе зеленоватые проявления. Вот такими выходами придешь сюда и создашь идею деревцов. Смотри, лежачая кисть. Вот они. Деревца. Вот она веер. Смотри, ну вот он веер. Вот ты ее заставила стать веером. Смотри, ну вот она. Если она есть, то я не могу. Я тебе уверяю, она очень невыгодна. Угу. Она делает хуже то, что вот такая кисть делает, не имея веера. Угу. Потому что лежачая кисть, она уже веерно кладет. Вот она. Угу. Ну, пропало многое.
Прикольно. Поперебарщивала с густотами. Красноты как-то не додала. Ну, в общем-то, это было неминуемо. Как нужно было иметь достаточно опыта работы именно с такого рода пятнами, да, чтобы быть более предусмотрительной. Хотя много сделала хороших прикосновений. Красоты, конечно, очень сильно не хватает. Вот, можно еще по-сухому потом было бы еще разочек пройтись с этими всеми штучками, дрючками. Очень уж отдельный мазок. То есть они должны стать единым пятном. Но в этом едином пятне чуть различимы красноты, различимы зеленоты, но пятно единое. Смотри, чтобы это мазочки немножко зашли один в другой. Чуть-чуть вот такое умутнение. Смотри, дорога сразу легла, да, после серии горизонтальных укладок.
чернявое оформление дороги есть. Да, хорошо ушло в устье. Прикольно. Вот. Ну, деликатненько, то все. Сейчас очень красиво. Я не знаю, нужно ли сейчас тогда тут по-сухому будет. Здесь кое-что порушено. Можно снести, можно. Значит, можно вот что сделать сейчас. Допустим, вот этот кусок сняла. Кстати, остаток красивый, ты видишь, да? Взяла нос краснотой, потому что красноты очень не хватает. Сначала прошлась с краснотой. А потом уже взяла желтятину. И уже желтятину подсунула. И раздавила. Хорошо? Ну, сбрила. Потому что там невкусно. Лучше потом накидаем более нарядных. Да я ее забрала в конце, потому что я не знаю, куда она будет. Я просто хотела сделать. Как по сухому? Да, да. Значит, когда она полностью просохла, полностью, уже никаких признаков. Это два масла, один лак, протерла. Тряпкой все лишнее вещество собрала. Да. Все лишнее вещество собрала, она слегка потненькая, и опять начала яркости. Только там у тебя появится еще возможность дымить. Ясно.